кто сделал выпроги, можно идти быстренько попить, умыться, в туалет сходить. Допрыгивай и попить, умыться в туалет, и растяжечку начинаем делать. Пятиминутная растяжка, бодрая, четкая. Давай, давай, давай. И разульку еще. Ну идите попейте, парни, идите попейте. Давайте 5 минут перерыв сделайте, пожалуйста. Диман, подойди, Дим, подойди, пожалуйста. Пройди температуру, померь. Воды. Сейчас, погоди. 35,9. Хорошо. Андрюх, пойдем на шпагатик, растяжку поделаем. Парни, сейчас просьба. Вот вы сейчас попили, передохнули. Андрюх и Медин, Дима, я имею. Демьян, Сереге, да. Андрюх, да, прокашляйся. Да, нормально? Платочек есть? Блин, платочек взял, вот так вот раз туда покашлял. Ну ладно. Так, смотрите, парни, сейчас по растяжке что надо сделать. Смотрите, вот так вот вы ножку отодвинули, ручку поставили. Не-не-не, вот так одну ножку согни, одну ножку согни. Вот, и теперь начинаем переваливаться. Просто переваливаемся. Надо сделать 50 раз таких переваливаний, спокойненько. То есть смотрите, можно то носочек натягиваем, то носочек на себя. То ножку вот так делаем, то есть вы как бы бедро раскрываете, то можно вот так сделать. То есть 50 разных сделайте, пожалуйста. Да, и аккуратненько и ненавязчиво. Никто, парни, не ходил из вас с приматом, вот в центре они там открылись, нет? Нет? Дамир только приходил, нет. Туда ходил, смотрел. Нет, как агент? А? Как агент? Нет, у них... Сейчас, Никит, погоди, нет, им позвонил кто-то из... Как? Говорят, что в примате плохо учат. Ну, по-разному, да, говорят, в общем. Приматы, ну это ладно, отдельная тема, потом. Замучат одному и тому же, и соревнования стоят 3000, когда... Там соревнования. Не, ну вообще... был жесткий прикол, когда они, да, отдали... Уровня там нету на соревнованиях, а вот... Дали 3000 рублей взноса соревнований, подарили бананы, я так трещал вообще. Мне просто рассказывает парняга с такой обидой детской, такой, ну мы взносы по 3000 дали, и нам банан подарили. Я говорю, да хорош, он говорит, да, бананы подарили. Ну, говорит, грамоту обещали подарить. Я говорю, ну классно, ну приматы, а что делать? Значит, смысл такой. Дамир ходил, потому что ему позвонил вроде бы кто-то из приматов. Блин, так звучит странно, это, конечно, позвонили приматы. И это. И говорит, типа, у вас остались незаконченные занятия. Он говорит, ну... Ну, не, он раньше, да, он давно ходил. Они, мы же в интернетах нету, и нас, чтобы найти вот именно вот это место, люди случайно, просто совершенно случайно ходили. И тем... Да, и тем более это, этот зал даже везде, если забивать этот адрес, я не знаю, как сейчас, было везде выпадал этот примат, клуб школа, или школа примат там. Так, растянулись, протянулись, сделали, да? Теперь смотрите, надо сейчас, Никитос, да, молодец, о, сотка тебе сегодня светит, да, Никит? Где футболка? Красиво был бы сейчас футболочки. Я вот сегодня спрашивал, да? Где футболка? Мама, мне 16 лет, где моя футболка, мама? Где мои носки, мама? Я не могу найти носки. Этот, молодец. Парни, сейчас, пожалуйста, все сели в шпагат. Все сели в раздвиг ног. Поехали, все, Диман, да, покачаешься, садимся. Пожалуйста, передний виз, да, сели. Обе ножки раздвинули. Обе ножки. Молодец, Андрюх, только смотрите. Надо, Артем тоже, молодцы, да, парни, только смотрите, пожалуйста. Надо сейчас не вот так сесть. Продольный? Никита, умудрился найти себе место, короче, залезть между железок. Ну зачем? Ты не можешь сюда разместиться. Зачем? Ты сам себя обламываешь. Иди сюда, сядь, чтобы... Покажи нам все. Покажи. Залезай. Ты котенком, Диман, да.
Хорош, Никит, ну хорош, ты чё? Тогда залезай так, чтобы у тебя ноги между ног, между столбов. Вот смотрите, парни, пожалуйста, Андрей. Вот поделали это действие, да, вот когда мы так покачались. Теперь смотрите, ножки грубо скажем, пододвинули. Рука держите, пододвинули. Двигаем. Допустим, у вас получилось вот так. Допустим, потерпи. Допустим, у вас получилось вот так. Садись назад. Назад прям садись. Вот допустим, да, смотрите теперь, что нам делать. Помните наши любимые анжумания в шпагате? Мы перевариваем. Назад надо сесть наоборот, на бедра, вот сюда. Да, не вот так, а вот так надо сесть. Куда назад? Спину назад. Оттолкнись. Да. Ноги вперед. Смотри, что выпрямляй ножки. Давай. Вот сядь, как Демьян. Да. И ну вот, красавчик. Видишь, Демьян, как ты уже пример. Да, уже пример для кого-то. Все, растёрнул. Да. Смотрите, парни. Нормальный китос? Да? Грустный такой. Сейчас надо резко оттолкнуться бедрами. Или руками помочь себе и сделать такое действие. Вот так. Раз. Здравствуйте. Увидели, услышали? Да? Раз. И опять. Раз. И опять. Так сделать надо 25. Демья ноги попрямее. Раз. Поехали. Да, Артем, да. Но если не получается ноги поуже сделать, отталкиваемся. Прям отталкиваемся со всей силы. И сел назад сразу. Давай, пробуем. Да, тяжело. Можно себе помочь. Одной рукой из спины оттолкнуться, а другой рукой впереди. Давай, парни, поехали. Ручкой махнули, Димарик рукой махнул всем парням, все радостные, счастливые. Что ты их от такого важнецкого занятия, как шпагат, отвлекаешь, а? Ну, давно не виделись, да, краба тоже хорошо. Парни, поехали, пожалуйста, 25 раз. Да, Серег, молодец, хотя бы так. Оттолкни, здесь надо оттолкнуться, Артем. Здесь надо прям оттолкнуться. Ой, сделал, да? Красавчик, молодец. 25 раз, пожалуйста. В цветном варианте смотрите. Молодчик, сейчас. Ну это больше лучше смотреть Петру Владимировичу, Сергею Сергеевичу. На как бы минимальные задачи. Андрюх, пожалуйста, братан, давай. Отталкивайся. Да. Да. Блин, парни, ну хорош. Вы чё? Ну чё такое? Артём, вы чё? Я даже себе поставлю больше преград. У меня даже ноги сейчас будут наверху. А что дальше делать? Ты сделал 25 раз? То есть получается, смотрите, вот, одна ручка назад, одна впереди. Хотя бы так попробуйте. Да, видишь, уже получается, да. Нелегкотня так, да? Следующее сейчас, смотрите, ну как будто бы ладно, как будто бы все сделали. Хорошо. Теперь смотрите, вот в этом же положении, раздвинутых в сторону ног, мы сейчас будем пробовать поднять свой таз, бедра, в удержании, ну, условно скажем, уголок. Потому что когда на перекладину что-нибудь делали, сюда можно раз это действие сделать. Тоже надо сделать? Нет, ручки вот сюда. Посмотрите, пожалуйста. Да, 25 раз. И получается так, вот ноги уже, как будто бы у меня нет вообще растяжки. Да, Никитос? Как будто бы я самый безрастяжный. Смотрите. Че, трудно что ли сделать вот такое действие? Хорош, ты на меня смотришь, как в первый раз, Никит. Ты че, ты не забыл, как я выгляжу? Давай. Да, хотя бы так, 25 раз, поехали. И, пожалуйста, попробуйте зафиксироваться на одну секундочку там, в верхней точке. Поехали. Ну хотя бы на 2 миллисекунды, давай. Ну, давайте на полсекундочки. То есть раз, да. А целая секунда это будет и раз, и. Делаем, пожалуйста, ребята. Ножки выпрямите, да. Двадцать пять раз надо так сделать.
Тебе повезло, Андрей, что ты сейчас в те времена, когда не 100 раз делаем. Раньше делали 100 раз, поэтому парни такие уставшие. А надо прям, чтобы все ноги... Да, да, полностью оторваться от пола надо. Вот допустим, вот сделали вы 25 раз, да? Допустим. Допустим, вы сделали 25 раз. А теперь мы проверку нам сделаем всем. Мы сейчас всем нам сделаем проверку. То есть сели. Как там получается, да? Руки под просак, просак, промежность прям подтолкнули. И контроль. Контроль. Если получится... Контроль. Надо сделать 10 раз по несколько секундочек. Да, Артём, согласен. Давай, Никитос. Демьян, терпи. Руки вот так, как только что делал. Ножки разводи. Давай, Сергей Юрьевич, давай. Подсказка. Руки сюда больше засовывайте. Вам надо, получается, как бы навалиться на руки. Я жду от вас какого-нибудь результата, когда вы будете уголок, например, на одной руке делать. Ну, до 3 секунды мы делаем. Поехали. 10 раз по там, ну по 5 секунд. Нет, 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 на 2 вы это сейчас делаете. Не, на 1, если ты, ну красавчик, молодец. Так. Сергей Иванович, там будет минутка посмотреть. У меня, по-моему, то ли в тот раз последнее было. Сейчас, да, секунду, где-то, как да, раз я проверяю. Скажу, самочувствие, настроение все хорошее, да? Сделала. Все нормалек? Да. Сделали? Точно, да, все сделали? Я теперь... сделала. Да, молодец. Демьян, узнаешь себя, да, когда это? Я тоже все сделал, я все успел. О, еще и силы есть, смотри, еще и поотжиматься. Секунду. Алло. Сергей Сергеевич. Слава Богу. Все хорошо, все путем в зале. Звонил, да, сказал, говорил. Вот когда еще по приходу, да? Человека, людей. Да, да, все, все, да. Так, проверим, хорошо. А как это узналось, откуда его лишний привезли или что это? А, все, 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 все проверим. Отзвониться, и ты заедешь сам? Все, я понял. Серег, все проверим, все хорошо будет. Если привезли, значит отвезут. У нас же, помнишь, здесь что попадает, не этот. Ну, не пропадает. Да. Ну, может, конечно, уйти, если кто-то там захочет обмануть, хитрануть и прочее. Все, лады, Серег, как там самочувствие, все путем? Доехал хорошо вчера? Все, красавчик. Парни, упор лежа, пожалуйста, принять. А, у тебя график теперь ночной завтра? Один день, один ночь? На одну ручку, пожалуйста, вышли. На одну ручку вышли, одну подняли. Я понял. Все, держим, пожалуйста, держим. Ноги вместе сделайте. Я здесь просто это, и с тобой поговорю, как всегда, в общем. Все, братва, Сергей Сергеевич, рукой вам машет, бежит со службы до дома. Тебе тоже, Серега, машет рукой, безмолвно, правда, потому что они кряхтят. Он сейчас тоже в такой же позе. Они кряхтят, пыхтят. Он тоже в такой же позе, только бегом. Он еще бежит. Он еще бежит в этот момент. Все, Серый, тогда до завтра ориентир. Все, братан, всем здравия, рад слышать и до встречи. Все, лады. Так, разминочная, сейчас последнее будет. Вот это последнее, смотрите, надо. Сейчас, секунду. Понять гирю? Ну да, гирю это по желанию. Вот вы встали.
Вот вы встали, вот вы ручку подняли, вот вы перевернулись, вот вы ручку подняли, вот вы ручку подняли, вот вы перевернулись. Вот вы опять подняли, подняли, перевернулись, поставили. Оп-оп, надо сделать 20 оборотов в одну сторону, 20 в другую. Итого будет 40 кет. То есть провернулись. Артем, прямые ноги, прямые ноги. Да, похоже на брейк-дэнс и всякое такое, но, пожалуйста. Куда? Защемило. В куда-то? Серег, ноги прямые, да. Давай, Димарик, Никит, ноги, пожалуйста, прямые. 42 уже сделал? 2. А, 2? Он же 42 уже с таким грустным лицом. Я же только что 42 раза сделал. Ты куда побежал? Тебе там разонравилось? Нет, места мало. Все, понял. Так, сейчас по занятию подождите. А, ну Никитос, ну давай, доделывайте, ладно. Сейчас. Сколько там надо? Надо 20 раз в одну сторону провернуться и 20 раз в другую сторону провернуться. Артем, не торопись, ноги вместе. Здесь надо силовым действием сделать. Здесь надо не технически ловко сделать, а именно силовым действием. То есть вы прям натяжение бам-бам-бам-бам-бам поставил. Как? Элементы не смогу делать. Да это разминка, хорош, ты чё? Хорош. Я бы понял, если бы мы сейчас там гири бы толкали, да, и ты бы в одной руке бы килограмм... Там 2 по 32 бы толкал. Я бы понял. Да, и мы бы Блуду позвонили, сказали, слышь, Витек, давай шуруй сюда. Здесь Артемка Гири 2 по 32 пальцами толкает. Он бы сказал, все, еду. Я бы понял бы, что ты устал. А сейчас ты с чего устанешь? Не, усталость это хорошо. Это хорошо. Но не такая, что ты устанешь и не сможешь ничего делать. Это тогда мне стоит задуматься о вашей физическом развитии, если вы при разминке устаете и потом ничего не можете делать. Это уже тогда можно подумать, а можно ли вам вообще, ну, чем-нибудь физической активностью заниматься? Или, может быть, вы уже стареть начали? Уже стареть начали, все? Демьян, ты тоже стареешь или начал уже? Сделал, да красавчик. Андрюх, вы сделали с Демьяновичем? Ну все, вы тогда первые, пойдем на турнички, вы самые первые, пойдемте. Красавчик, пойдем попить? Ну да, давай, так, молодец, все, нормально, да? Пойдем. Так, Демьян, тебе и Андрюхе. Во-первых, безопасность должна быть безопасной, во-вторых, то самое, вы залезли, нет, аккуратненько, залезли, ножки закинули, широкий хватик сделали. Сейчас, секундочку, я Демьян покажу, да, Андрей? И грудью до перекладины. Ну-ка, поехали. Давай. О, это ты, да. Помогай ногами себе 20 раз. Лестница повезлась. 20 раз, да. Это типа отжимание наверху? Это подтягивание. То есть сначала вы делаете 20 раз, 5 секунд отдыхаете, потом делаете 15 раз, 5 секунд отдыхаете, прям грудью, да. Давай. Хоп, молодец. Хоп, фиксация за тобой. Во, молодец, Демьян, тихо, ты куда же, братан, куда? Демьян, да, нормально. Тебе так хочется? Ну, размяться, да, здесь покрутиться. Давай, сейчас, готов? Во, сам, молодец. Видишь, он с помощью ног помогает? Помогай себе тоже ножкой. Демьян, давай, без перерыва. Не, если ты лестницу вытянешь полностью, то вообще четко будет. Так, парни, это доделайте, поехали на силовую часть, на турники. Вот после этого все, турники. Такая лесенка. Ну, лесенка 20. Ну, ладно, хорошо, давайте, выбирайте. 5 секунд, можно слезть отдохнуть 5 секунд. Ты можешь слезть отдохнуть. Либо вы берете лесенку 20, 15, 10, 5 и минуту вис. Либо вы берете лесенку 10, 9, 8, 7. Выбирайте 10, сами. 10, 9, 8, 7. 15, выбирайте сами. 10. Да. Выбирайте сами, только по чесноку. Да. Любые подтягивания, хват, ну так же, как это. Хват меняем, все. Давайте, силовая часть сейчас уже. Поехали. Серег, тоже можешь на... Я, наверное, где-то... Давай, подтягиваться не будешь? Че, грудак? А ты вот это все трогаешь, да? Вот это плечо? Да, там одна точка. Давай, знаешь, что поделаем? Сейчас, секунду. Не крокодильчик, а я тебе дам поинтереснее, но пополезнее. Сейчас, ваш музыка. Смотри, это
И пошел. Да, 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 я прям, если что, кому надо, этот одеяло, все, постелите. Да, аккуратненько просовывай. Специальная фиксация, да, чтобы ты не вылезал. Засунул. Да. Нормалек, уперся. Бедрами прижал, никуда не уезжаешь и понеслась. Полтишок вытянешь? Да, думаю, да. Давай, поехали. Поехали. Ручки наверх. Серый, серый, серый. Прям руки наверх туда бросай. Да. Да, 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 да. Вот. Волос подниматься. Да. Такой парень, простите. Это какие-то инопланетяне, что нам сбивают. Вай-вай сбивают, да. 43 раза сделал? Ну нет, это так говорю. А, Никита, Серег. А, ну я пока Серег делаю. Никитос, пока ты отдыхаешь, что ты скажешь по мероприятию? Ты же разные мероприятия видел. Что скажешь по субботним мероприятиям? Какие, может быть, у тебя дополнения, замечания? Потому что чемпионат России должен быть... Ну, я крайне недоволен. Как бы, я бы вот... Он будет в Саратике, да. Просто я вот с натяжкой бы тройку поставил за все. А? Какой Фокси? Фокс звезды? Фок? Нет, это на набережной будет, где в том году. На набережной, красиво там все. Но с чемпионата России. Че, Никитос, скажешь? Артема, ты с Димариком не было, что ты скажешь? Вот как вот по общему? Нет, вообще, Никита, ты никуда ходил. Я через YouTube был. У нас тоже не было. Там съемная площадка была. Ну, у меня там были мои глаза. Да, ну, там другое остался. Ну да, согласен, я тоже на YouTube посмотрел. С одной площадки на другую, чтобы все успеть, все заснять. Вот смотри, какая штука. Сейчас прикол, ты сейчас... доделаешь и расскажешь свое взрослое мнение, а Никита пока стоит отдыхает, мне хочется... У него нет, это все правильно, молодец. Это все прикольно, вы это делаете. Я даже женское мнение. У меня подруга ездила, она рассказала на эмоциях, говорит, там вообще бардак был, какие-то странные люди шумели. Там вообще, ну это ладно. Я знаю, про кого они. Да? Тетя там какая-то тетя, да, и кипишовала. Что там отжимания неправильно делали. Отжимания от пола, от брусьев. Это лысый, потому что опять не так сушит. Хоть это чемпион России, но не так сушит. Сам главное крайнего найти, да? Дайте кого-то крайнего, и все. Там один пацан был, когда вот только начинали все элементы делать, он там почти ничего не сделал. Ваня сделал довольно много, он статику и динамики очень много сделал, но он не прошел, а тот пацан прошел. Серьезно? Да, то есть там, наверное, элемента 3, наверное, были из динамики, то есть там он сделал склевку, 540, 360, солнышко и ни одной статики. А смотри, какая штука. А почему тогда вы не сказали Сергею Сергеевичу, Денису Владимировичу апелляции? А потому что, возможно, Ваня из-за того, что упал, там баллы снижаются, да, из-за того, что падает. Сильно упал? Ну не да, сильно упал, просто упал. Баллы же снижаются, это нормально так. Ну элемент хотел просто. Минута давалась, да, время? Там всего минуту давали. А Иван заснимал кто-то? Иван снимал, кстати. Его есть видео, Иван, у тебя? Есть? Надо посмотреть. Нет, я просто могу... Дамировского я не нашел видео пока. Он самый первый был, поэтому, наверное, не успели. Не успели, блин. Он прям первый выступал. Так, погоди, Артем, а ты где Дамира видел? Отец у него, скорее всего, снимал. А ты Дамира где видел выступление? Видел Дамира? А где ты видел? На Ютубе? У нас на канале? Есть оно? Она... Он дом еще не сделал. Один элемент. Да? 360 не сделал. Надо вот посмотреть. Вот так вот сделал и упал. Да, блин. Надо посмотреть, ладно. А потом 5 до одного. 5, а потом 5 сделайте, и потом 1, это нолик надо сделать. Вы должны провисеть 1 минуту вот так, прижавшись грудью к перекладине. Я почему не сказал, что он это сломал? Сейчас, Артем, погоди. Че, Демьян, говоришь? Путь? Mm-hmm. Да красавчик, а куда этот путь тебя приведет? На 20, 19, 18. А, ты вот так подтягиваешься? Не, ну это серьезно. Это я могу сказать, что...